Меня зовут Дарья Хохлова. Я первая солистка Большого театра. Первое появление Марии в Щелкунчике происходит на новогоднем празднике. Мы видим искреннюю девочку, которая радуется Новому году, подаркам и елке. Но Мари сразу выделяется среди других детей. Она воспринимает мир по-иному, скорее сердцем, чем глазами. Именно поэтому среди прочих подарков она выбирает куклу Щелкунчика. Некрасивую, немного сломанную, которую Мари начинает любить всем сердцем. Сцена, когда начинает расти елка, это полное перевоплощение Мари из наивного ребенка в юную девушку, которая готова верить в чудо и любить. Мари понимает, что не только все вокруг нее начинает меняться. Она сама начинает меняться и становится совершенно другой. При этом главное, что живет в ее сердце, это любовь к Щелкунчику. Конечно, меняется хореография. Теперь Мари движется более свободно, у нее появляются большие прыжки, ее танец становится более драматичным и экспрессивным. И новогоднее чудо происходит именно потому, что Мари верит в него и готова его увидеть.